Родился 2 мая 1958 года в поселке Новая Кушва Свердловской области. Ныне микрорайон Нижнего Тагила, по национальности татарин, вырос в городе Нижний Тагил. Поскольку семья Либабовых жила небогато, Анвару в детстве приходилось носить весьма нелепую одежду. Например, полученные от школы в качестве материальной помощи пальто на 3 размера больше, короткие брюки, стоптанные боты, с учетом очень худой фигуры Анвара и толстых очков. Это вызывало насмешки сверстников. К счастью, Анвар не замкнулся в себе и не озлобился на окружающих. Всячески старался развеселить своих товарищей. После школы, по решению семейного совета, поступил в ветеринарное училище, которое закончил в 1977 году с красным дипломом. Сразу же после этого поступил и в 1982 году закончил Ленинградский ветеринарный институт. По распределению был направлен на работу главным ветеринарным врачом колхоза имени В. Мичурина в Калининской области. Позже перевелся на работу в совхоз «Ручьи», работал старшим ветеринарным врачом фермы «Лаврики» в Ленинградской области. В 1981 году поступил в школу-студию пантомима при клоун-мим-театре «Лицедеи». В апреле 1987 года завершил карьеру ветеринарного врача и стал клоуном в театре «Лицедеи». С 1987 по 1989 год был заведующим постановочной частью этого театра, а с 1998 года – генеральным директором, в 2003 году. По другим данным, в 2001 году добровольно оставил должность, чтобы иметь возможность уделять больше времени подготовке театрально-циркового шоу «Крокатук» по мотивам сказки Гофмана «Щелкунчик и мышиный король», тем более, что совмещать творческую работу актера с прагматичной рутинной работой администратора было очень сложно. В настоящее время живет и работает в Санкт-Петербурге.